Здравствуйте, 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 ребятки. Сегодня вот увидел такую игрушку, которая называется Vortex The Gateway. Вот только что я загрузился. И давайте на нее посмотрим. Говорят, похоже на... как она называется, блядь? Эта игрушка тоже... подобного типа Форекс или как там, не помню. Ну, во-первых, это альфа билд, видите, вверху, в правом верхнем. Инопланетяне, внеземные создания были замечены в пригородах по всему земному шару. Многие люди исчезали, некоторые до сих пор не вернулись. Имеет ли воронка какое-то отношение к этим загадочным исчезновениям? Спишем на то, что это альфа билд, и пока нету предыстории такой внятной. Хотя в стиме написано, что... вы будете по крупицам узнавать, что там происходит на Земле. Но непонятно, как мы оказались на этом острове или что это такое. Так, нам как бы иконкой указывает, что мы можем рубать вот эту хрень. Игрушка сделана на движке Unity 5. Вроде бы 5. Или 6. Не, вроде бы 5. Так, а зачем мне рубать этот бамбук? Ну, вообще, конечно, это игрушки до Фореста того же, на который она действительно похожа. По первым кадрам, вот, особенно. Как до Китая тачки. И по графике, и по всему остальному. Менюшки пока не работают, короче. Я даже не буду врубать Escape, потому что там начинает играть очень дебильная громкая музыка. Настроек нету. Что это падает? Волокно пальмы. Это типа как веревка можно использовать, я так понимаю. Ой, смотрите, как они падают друг на друга. Ну, вообще, в основном негативные комменты в стиме. Хотя нет, не в основном негативные, но есть негативные, люди жалуются, что на Форест похоже и... смотрите, как удобненько, как в магазине все падает. И что никаких проблем с ресурсами нет. И что через пару часов тут уже нечего делать в этой игре. Ну, судя по всему, как я долго рубаю вот этот куст, например, и с него бесконечно падает листва, то оно, наверное, так и есть, ребята. Я вот буквально сейчас на одном метре кручусь. И тут все ресурсы есть, по-моему, которые только нужны. Так, вот сейчас я нажал табуляцию. И смотрите, я могу изготовить изгородь, дом, небольшое убежище, большой дом, стойку, подмостки, сходни, палатку. А как это готовить нужно, друзья мои? Ну вот, например, бамбук нужен и листья, да? Так, необходимо 24. Ну а как мне их собрать? Я вот их нарубал. А мне нужно, наверное, в одном месте их сложить или как? Кстати, несколько можно брать сразу, да.
три штуки. Только я уже забыл, где я первую положил. Люль. Смотрите, как интересно они котятся. Их не сложишь в одном месте. Они скатываются. Физика просто зашибись. Неплохо было бы, конечно, какое-то жилище построить. Временное. Давайте сходим куда-нибудь. Там он вроде бы. Не, это не море. Это просто дымка такая. Мне показалось, что это море. Тебя тоже рубать можно? Нет, нельзя почему-то. Вот смотрите, как, какой вид. Ну, вроде так, как издалека смотришь, вид более-менее интересный. А когда вот ближе смотришь, то уже не так все радужно и весело. Что еще можно изготовить полезного? Наблюдательная башня. Носимые кристаллы, копье с голубым кристаллом. О, что для этого нужно? Камень и какая-то хрень. Так, в принципе, не сильно много от чего можно изготовить. По большому счету. О, что для этой штуки нужно? Какая-то фигня непонятная и кость. А это тоже и то ли кость, то ли какой-то корень. Я слышу какое-то движение. Да, где-то этот поросенок бегает. Свинюшка. Ой. Только она как-то сильно топчет. О-о-о, я тебя еще не увидел, а ты орешь. О, смотрите, похожая свинюшка, похожая на осу. Хлоп-блин. Нифига себе, вот это анимация движения. Ну, ну иди сюда. Сюда. О, видите, замочил. Так. Чё ты? Нет места в инвентаре. Да ладно. Можно выбросить вот эти штуки, например. Все равно нет места. Да что ж ты будешь делать? Мясо и кожу свинопса. Что-то у него расцветка у свинопса, как у осы какой-то. Полосатенький такой. Ну давайте побегаем тут, посмотрим на все. Хотя хотелось бы, конечно, что-нибудь сделать. Давайте сходним попробуем сделать. И нужно 5 бамбука, да? Да куда ты все время? Как это вообще делать?
Что-то непонятно, ребятки. Строительный материал, изготовление. Три, пять нужно. Что за бред? Я должен что, пять в руках держать? Хрень какая-то. О, вот как это делается. Ну и а дальше? Нажимаю, и оно не делается. Ух ты, а это что за чудо-юдо? Какой-то страус. Я так и думал, что балуй, птичка. Вот и все. Будет себе бекон. Так, а как бы мне попить, пожрать? Это что такое? Быстрая еда. Похавать. И попить не нужно. А вот сок есть, пожалуйста. Хе-хей. Почему не строится, ребята? Может, что-то нужно дополнительно? Инструмент какой-то для постройки? А, вот как это делается. Во, построили. Сходни. Палатку, что нужно? 14 листочков есть, 8 бамбука. Давайте сделаем. Ну, ребята, наверное, Форестом вдохновились хорошо так. Я-то сам Форест не сильно играл. Только запускал пару раз, но смотрел стримы с ним, по-моему. Там примерно процесс постройки напоминает такой же, как в этой игрушке. То, что сделаешь, все друг у друга что-то идеи воруют, но тут главное хорошая реализация. Блин, а что это за палатка такая убогая? О, игра сохранена. Это как бы сохранялка такая. Смотрите-ка, какое преломление лучей. Unity. Движок Unity блатной. Так, ну что еще можно сделать, ребята? Уже сходни мы сделали. Палатку сделали. Опять где-то какое-то движение. Тут ночью, кстати, будут на меня инопланетяне нападать вроде бы. Так что, конечно, было бы неплохо сделать какое-то оружие. Какое-то вот копье видели там. С этими... Вот 32 нужно бамбука. Можно
накрутить это все дело вот так вот. Кстати. Ладно. Уже, кстати, темнеть начинает. Это плохо. Я еще не подготовился. Блин. Свинюшка. Какая ты мерзкая животинка. Спасибо, что прибежала. Сама ко мне. Тут такие интересные животные. Сами прибегают ко мне, чтоб я их мочил. Даже гоняться за ними не надо. Вечерело. Уже какие-то странные звуки появились. Это ж джунгли. Где мы вообще находимся? Чем мы здесь оказались? Непонятно, предыстория. Ну, я так понял, тут такая тема, что типа инопланетяне напали на Землю, наверное. И охотятся на людей, что-то такое. Блин, костер есть, а? Мне бы сейчас костер разжечь. Тут костер, а вот что-то костра я и не вижу. Это очень плохо. Мясо птицы на палочке, бутыль, бластер трап. Нету костра, что ли? Как в такой игре нету костра? Это из области фантастики. Вообще темно. Ни черта не видно. Давайте сохранимся на всякий. О, луна, смотрите, какая прикольная. Слышу какие-то движения, ребята. Кто-то приближается, видимо, блядь. А у меня только мачете, из оружия только мачете. Луна что-то слишком близко. Какая-то она огромная просто. Что это за топот неприятный? Станем вот здесь за камешком. Какие-то неприятные звуки. Кто-то где-то бродит. Ха-ха-ха. Сколько тут ночь длится? Что мне, стоять на луну смотреть, что ли, пока ночь закончится? Так, по жизнякам вроде не пить пока особо не хочется, не жрать. Ну и жизни тоже вроде нормально. А, вижу, вон какая-то хрень идет. Это вот эта птичка дебильная. Ладно, будем строить дальше. А что делать? Блин. Только вот эти птички не нападали. А то ночью не видно, как их там лупашить.
Не, ну наверняка должен быть костер. Может, я не понял, где он. То это будет супер странно, если его нет здесь. Или сейчас инопланетяне на меня охоту. Слышите? Поэтому нужно делать ноги. Я вот здесь где-то буду стоять. А это что? Мы, наверное, не на Земле. Какая-то планета рядом. Это на Луну не похоже отдаленно, но что-то она слишком близко. Это не Земля, это не Земля. То ли рассветает, то ли это свет от этой Земли. По-моему. Так, кто-то там ходит, что-то нюхает. Наверняка это инопланетянин. Он ближе подходит. Сейчас будет валево на мачете. Буду лупашить мачете ему по ебальнику, блядь. Ух ты, пидор, блядь. Этот трахит бегает, смотрите, как. Пошел ты нахуй. Че его ударить не могу? Да, весело. Что-то скушать смогу. Нет. Я его замочил. Весело, задорно, молодежно. Давайте его разделаем на мяско. Хотелось бы на него поближе посмотреть. Но как бы он не исчез, обидно будет. Нужно своего врага разделать и искушать. Что у меня там есть похавать? Большие чипсы. А это все остальное нужно готовить на костре. А, вот такая хрень есть. Ну это же не костер, а вертел. Ну ладно. Так, когда там солнышко? Так, первого замочили. На следующую ночь, по-моему, будет два. И так с каждым разом будет их все больше и больше, этих ублюдков. Я думал, он какой-то там высокотехнологичный, ходит на двух ногах с каким-то бластером, с какими-то радарами, выискивает меня. А это какого-то, я не знаю, выпустили из психбольницы на четвереньках, бегает и пытается меня укусить. Мне нужно попить, мне нужно здоровье восстановить. Так, ладно, не судьба увидеть труп животного. Хе-хе-хе, зомби алиен бонус. Бонс. А кости зомби чужого подобраны, блядь. Ай.
что это? Да, нет места. Так, давайте вот этот вертел построим такой. Где он там? Как я его там? А, вот. Чтоб можно было приготовить. Сырое мясо птицы добавлено. Мне сначала нужно построить его. А для его постройки нужно что? Ой, это тоже нет, это не оно. Но это тоже мне надо, кстати. Нужно 13 вот таких вот фигнюшек. Это что такое, непонятно. Строительный материал. Ну понятно, строительный материал. Это не из кустов случайно добывается, вот таких вот. Так, вода, вода. Срочно нужна. Где можно взять воду, ребята? Блин, если бы факел какой-то был. С водой траблы. А говорили, нет проблем с водой. Не знаю, ребята. Почему? Вот если это вода и можно ее попить, тогда нет проблем. Да, это вроде вода, а попить ее можно. А попить ее нельзя. Может, нужно бутыль изготовить? О, изготовлена бутыль. А как теперь набрать? Ей можно хранить жидкие смеси. Ну, это понятно. Доводит силу до максимума на короткое время. Улучшает зрение в темноте на некоторое время. Как же набрать, а? Воду. Это выбросить, да? Да, не сильно все очевидно. Бред какой-то. Уже и бутыль есть, и вода есть. Но он не хочет набирать. Как его заставить? Ребятки. Выбросил его. Что за бред, а? Или эта вода типа непригодна для питья? Один ты испытываешь жажду. Пойди набрать такую, что можно пить. Что это такое? Да когда уже рассвет, ё-моё, не видно ничего. Да вот же ты ходишь по воде, дебил. Не знаю, что ты не можешь набрать или попить водички. Сейчас сдохнет нафиг. Мой бебе. Цветок ночного видения подобран. О, вроде.
вроде заходит, заходит. Вроде расцветает, наконец-то. Вот же ты в воде плаваешь, пей, сука. Но это, конечно, не пресная вода. Холодно. Теперь ему еще и холодно, кроме того, что он пить хочет. Да ё-моё, сейчас сдохнет уже, а. Начал, блядь. Да, странно, кстати, что нет никаких тягот. Как обычно в таких играх есть разные там ягодки. Еще какая-то хрень, которую можно сожрать по бурячку. Черта нет. Все, сейчас подохнет уже. О, о, что это такое? Это что-то плохое. Нет места в инвентаре. Блять. Может, это можно сожрать? Ядовитый цветок. Ой, нет. Если я его сожру, но я все равно и так сдохну. Не все так уж просто, как рассказывали тут в Стиме. Ну чё, ничего так, игрушка. Не, ну, конечно, если дольше в неё поиграть, то не всё будет так весело. Когда уже все постройки сделаешь, в принципе, чем заниматься. Так, ты загружаться не будешь, не? Ладно, ребят, давайте на этом закончим и продолжим в следующий раз, наверное. 23 часа я пожил. Все, ребята, всем пока.